Есть конец и начало у всякой войны. И у каждой войны есть две тишины. Та одна тишина, где друг песни поет. Та, где золото утром встает. А другая, где враг друга видит в прицел. От нее друга нет. А ты вроде бы цел. И от первой ты ждешь, что не будет войны. От второй в сердце боль. Друга нет. В сердце чувство вины. О, мой друг, я не думал, что тишина страшнее всего, что оставит война. Так тихо. Так тихо, что мысль о войне как вопль, как рыдание в той тишине. Спешит весна, зайчиком со стены, но тишина, но тишина, целится со спины, но тишина, но тишина, целится со спины. И ни друга, и ни брата разбросали войны. И если помните, ребята, встаньте, выпьем за живых. И ни друга, и ни брата разбросали войны. И если помните, ребята, встаньте, выпьем за живых. За тучки вновь зашла луна. Мы спим и видим сны. Но тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины. Но тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины. В душу мою стучит война. Я не хочу войны. Тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины, но тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины. И ни друга, и ни брата разбросали войны. Если помните, ребята, встаньте, выпьем за живых. И ни друга, и ни брата разбросали войны. Если помните, ребята, встаньте, выпьем за живых. Я позабыл, что есть война. Когда пришел с войны. Но тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины. Но тишина, тишина, но тишина, тишина, целится со спины. Целится со спины. А нас со спины
прикрывал наш друг, подполковник ФСБ России Василий Николаевич Денисов. Потомок знаменитой династии Орловых-Денисовых. Десантник, ветеран спецподразделения антитеррора ФСБ России группы А. Снайпер с 20-летним стажем, участник боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках. Поэт, автор-исполнитель многих песен о войне, любви, о России, написавший всем известную песню «Молюсь, Россия, за тебя». И позывной у него был «Артист». Привет, артист.